Время хайпа притупилось, эликсира закончился, принял скат. Типичные блогеры портили знаменитые песни, в итоге слились. Мы харизму не потеряли, как Брюс Уиллис, неудержимый, как Чак Норрис. Не сливали треки, скорость, работали на строке, получали копейки, были довольными 12 лет. Лишутся то, чего люди не смогли, долгие годы набирая обороты. Прошлое еще не видно ноги, ведь у нас нету выбора. Мы теперь запутанные прибыль, что ты делаешь для себя. Остаешься с тремя руками, как пропитанный пытом. Они сказали, что там ничего не упутано. Thank you.